Вот она. Храс. То есть это не покойник сам разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От одной минуты до двух суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль бы, да? Поедут без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поедут. Твою мать, так он живой? Схема, схема. Да ну нахер, говорящий труп. Надеюсь, сработает. Фуникулярная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Извини, но сегодня я зайцем. Мы готовы к поездке. 10. 9. 8. 7. 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Так и знал, что спокойно не доеду. А, сука, куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу! Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский.
Нахер, протирающие штаны за клавиатуру. У меня хватает раз. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Раз. Это ведь был Бура? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Ты говорил, дорогой товарищ, такая ирония. Я за ними ухаживал, восхищался. Могу. Простите, я ушел. Как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блядь. На фуникулёре прокатился. В нормальной обстановке сеть фуникулёров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. Моя остановка. Комфортная была поездочка. Напоминаю, что несанкционированная крайняя сеть не отдаст своим результатам.
Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Почему? Просто дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал! Я вся дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, и мы сможем навсегда быть вместе. Так, тебе вдарить, что ли? Или на куски разобрать? Милый, ты убьешь меня из-за какой-то дурацкой перчатки? Как же ты будешь жить без меня в этом мире, полном жестокости и насилия? Блестяще! Толку от тебя все равно никакого. Милый, но я не могу производить вещи из ничего. Для работы мне необходим полимер и другие компоненты. Помести в меня свой полимер, и я сделаю тебе много приятностей. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, милый. Приступаю к модернизации. Расслабься и получай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня еще и еще. Я тебе точно скоро вточу. Хватит! Да, да. Накажи меня, о мой повелитель. Обожаю доминантных самцов. Дичь какая-то. Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убил — это лучше, чем убило полностью. Согласен. Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо, тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? До него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом, я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывают Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че?
Нападение! А ну ловко он командует роботами. Прям как своими собственными. И двери за собой как-то запер. Сволочь. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания двери. Без свечи дверь не открыть. Он поищу другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить. Иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Thank you.
То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, нет, нет. Вы мои слова не искажайте, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев, Пельмонинг? Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным, а не так, что у них есть эти их особые полномочия. А... Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в сотый раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана, мы закончили. Надеюсь, ублюдка не размазала по полу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Выберите желаемое действие. Доступ разрешен. Авторизация.
хранении данных.